Всем доброго времени суток. Приветствую на своем канале. Смотрящий, кто смотрит мое видео с ножеделами. Вот, хочу показать еще один ножичек. Сделан он из стали 40А13. Кованая нержавеечка. Рукоять эбонит. Вот. Приклеил все это на эпоксидный клей. Спуски, как и на тех ножах, которые показывал, кухонные. Все простенько. Главное, что функционал работает. Руку держит, не выскакивает рукоять. Вот эти защита от порезов и выскальзывания на клинок. Хочу показать потом видео, как разделываю курицу, мясо этими домашними своими ножами. Всем всего доброго, ставьте лайки.